В ближайшие 3 года в Казахстане будут полностью модернизированы таможенные посты. Это касается 11 автомобильных, 5 железнодорожных и 12 воздушных пропускных пунктов. На эти цели планируется направить порядка 200 миллионов долларов США. Об этом сегодня сообщил руководитель комитета госдоходов Кайрат Маубаев. По его словам, только для автотранспорта реконструкция позволит сократить время прохождения процедур с 1,5 часов до 20 минут. Кроме того, на постах грузовики будут проходить через автоматическую систему дезинфекции, санитарного контроля и рентген. А паспортный контроль водитель сможет проходить и вовсе не выходя из кабины. Это будет сделано для минимизации контакта перевозчика со специалистами таможни. Данная модернизация нам позволит, первое, это упростить условия и ускорить пропуск через границу и само таможенное оформление. Второе, он кратно повысит уровень безопасности цепи поставок за счет онлайн и полностью интегрированного технического контроля. Также это будет способствовать противодействию теневой экономике, снижению уровня коррупции в пунктах пропуска за счет того, что мы минимизировали контакт перевозчика с должностным лицом.